Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Гороскоп. Приятного вам просмотра. Поддержите, пожалуйста, канал, поставьте лайк и подпишитесь. И не забудьте нажать колокольчик. Ну а мы начинаем. Гороскоп на 19 июля 2019 года. Поехали! Овен. Овну стоит как следует пофантазировать. Звезды гороскопа напоминают ему, чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические подходы. Со временем Овен сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь. Телец. Телец просто обязан внести в свою жизнь свежую струю. Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так, как всегда. Любые необычные начинания тельца будут поддержаны, неважно о чем идет речь. А попытки изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, телец завтра способен добиться многого, но оставив все как есть, останется при своем. Близнецы. Близнецам представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу. Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют близнецам не пренебрегать любыми другими знакомствами, и дружескими, и деловыми. Налаженные связи способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни близнецов важную роль. Рак. Рак сумеет обратить на себя внимание кого угодно. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив силы и энергии, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в повестке дня рака возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют раку потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры. Лев. День будет наполнен для льва всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты. Льву легче будет принимать решения не головой, а сердцем, даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет льву правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют льву прислушиваться к голосу своей интуиции, а она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть. Дева. На глазах девы будут надеты увеличительные линзы. Она будет склонна все преувеличивать, как хорошее, так и плохое. В результате люди и события у девы разделятся по черно-белому принципу. Что-то она может идеализировать, а в чем-то искать недостатки. Последнее касается и близких девы, которые имеют шанс услышать от нее немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот очкам, дева способна замечать то, что обычно от нее скрыто. Это поможет ей в любых делах, требующих внимания. Весы. Энергичность и жизнелюбие весов раскрасят их жизнь яркими красками, даже если события дня совершенно не будут их к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому интересно жить на свете. К весам же завтра это утверждение неприменимо. Они сумеют поднять настроение не только себе, но и всем, кто их окружает. А заодно весы завтра не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит. Скорпион. Скорпион будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Скорпион способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов. Впрочем, и в любом другом деле скорпион сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов. Стрелец. Ситуация будет держать стрельца в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать. Звезды гороскопа обещают, что стрелец умеет вырваться из ежедневной рутины, быть может самостоятельно, а может быть получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив стрельцу посмотреть на привычные вещи под новым углом. Козерог. Козерог рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал. Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Козерога, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Козерога будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит, лучше подстраховаться, определив для шопинга строгие лимиты.
Водолей. День Водолея обещает пройти под девизом «Я сам». Он будет чувствовать в себе первобытную стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Водолею успешно справляться с любыми задачами, но и сделать его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Водолей не собирается флиртовать, его отношения будут складываться не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Водолей может тем самым ущемить права и чувство гордость других людей. Рыбы. В голову рыб буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей. Чтобы их не забыть, рыбам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш. Когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы рыб, в которых присутствует хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будут сопровождать успех. Главное, что требуется от рыб, не ставить на пути своей фантазии искусственных преград. Благодарю всех за просмотр, дорогие мои. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.